Продолжение темы. Металлом по безналу с 1 октября. 10 тысяч рублей не будет. До 100 тысяч рублей цветнины тоже не будет. Чуть-чуть запинаюсь. Что не договорил? Это уже на приемках было, есть и будет. То есть стоит терминал. Называется это обратный эквайринг. Комиссия в среднем составляет 1-2% через личный там кабинет поменьше. То есть на стоимость сдачи металлолома это никак не ложилось. Не хотелось бы, когда вот этот кипиш начнется и все начнут на этот безнал переходить, вдруг повысят комиссию. Надеюсь, что этого не будет. И на стоимость металлолома это никак не повлияет. Что с приемками металлолома? Как это будет все отслеживаться? Понятно, что это будет все официально. Лимиты по доходу за сдачу металлолома тоже будут, значит, отслеживаться. То есть это, возможно, доп. Налоги. Представьте, перевезли вы 20 тонн. Стоимость 20 рублей. 400 тысяч. На 400 тысяч сдача металлолома уже получается превышение. То есть налог. Вам придет налог за дополнительный доход. Составляет он 13%. То есть это значит декларация 2НДФЛ, отчетность. Вы будете... Как это будет происходить, точно я не знаю, потому что этого не было. Но обратный эквайринг терминал был уже, стоял. И это несколько лет уже есть. Карточка прикладывается и все. Главное носить и пользоваться картой своих и своих родственников, чтобы ваш лимит был чуть-чуть побольше. Это в продолжение этой темы.